На территории области Абай провели месячник по профилактике туберкулеза. По словам врачей, начиная с 2017 года, туберкулезом все чаще стали болеть люди возрастом от 55 лет и старше. Одна из возможных причин – перенесенный коронавирус. Туберкулез – это инфекционное заразное заболевание, которое развивается при проникновении в организм соответствующей микобактерии. Болезнь поражает легкие, однако в некоторых случаях могут пострадать мозг и его оболочки, кости и суставы, почки, половые органы и другие части организма. Чаще всего туберкулезом болеют люди от 18 до 44 лет, однако в последние годы наблюдаются изменения. Изменилась возрастная структура заболевших. Вот у нас с 2016 года наблюдается рост удельного веса заболевших в возрасте 55 лет и старше. При развитии туберкулеза появляются такие симптомы, как кашель, потеря аппетита, потливость, боли в грудной клетке, общая слабость, быстрая утомляемость, длительное повышение температуры. Этим признакам люди часто не придают большого значения и не обращаются за медицинской помощью и могут заниматься самолечением. В последующем все описанные симптомы могут усиливаться и может присоединиться даже кровохаркание. Сегодня в нашей области отмечается незначительное снижение заболеваемости. 4% из числа инфицированных – дети до 14 лет. По словам врачей, некоторые граждане относятся к своему здоровью без должной ответственности и обращаются к специалистам уже на запущенной стадии болезни. К сожалению, такие случаи тоже отмечаются, запущенные случаи. Это в основном, конечно, неблагополучные наши пациенты, которые страдают сопутствующими заболеваниями, например, как хронический алкоголизм и другие виды заболеваний, которые есть также неприкрепленное население, это одна из наших проблем, но с этим сейчас боремся. Лечение, обследование, диагностика абсолютно бесплатная. В каждом СВА об этом знают врачи. И хотелось бы до населения нашего и гостей довести, что не только у нас по области Абай, а по всему республике, по всему Казахстану лечение, диагностика бесплатная абсолютно. Специалисты говорят, что гражданам необходимо хотя бы раз в год проходить необходимые обследования для раннего выявления туберкулеза. Это рентгенография, флюорография и туберкулиновая проба. Ботагөз Дандыбаева, Иртыс Көчерхан, телеканал «Семей».